Из бараков в новостройки, где есть все для комфортного проживания. Полсотни семей готовятся отпраздновать новоселье. Их прежнее жилье признали ветхоаварийным, а сегодня счастливчикам вручили заветные ключи от квартир. Поздравления и долгожданные ключи от квартиры принимают полсотни семей. Пока все они еще живут в старых бараках, где нет ни отопления, ни воды, ни канализации. Но уже сегодня счастливчики могут справлять новоселье. Не верится, может, еще что ли, что мы отвязались от этих бараков. Хотим поблагодарить администрацию города, то, что за такой кратчайший срок нам дали квартиру. Во-первых, было неожиданно. В рамках программы переселения граждан из ветхоаварийного жилья на улице Полетаева возвели две новостройки. На их строительство направили больше 50 миллионов рублей со всех уровней бюджета. Отметим, что проект этих домов разрабатывался с учетом особенностей прежнего жилья златоустовцев. В рамках жилищного кодекса однозначно предоставляется равнозначное ранее занимаемому и по характеристике, и по площади. То есть была однокомнатная квартира, предоставляется однокомнатная квартира. Была комната 10 квадратных метров в коммунальной квартире и предоставляется комната в коммунальной квартире такого же размера. В этом году в Златоусте расселили 9 аварийных домов. Соседями по новостройкам стали 174 человека.